Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конюшен? Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Огласите весь список, пожалуйста. Дядя Петя, ты дурак? Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Ну вот встаньте-ка. Оправьтесь. Ой, боюсь, что я не одолею эту ногу. Ерунда, справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед, грудь вперед. Грудь? Вы мерзнете, Вера. Вам все льстят. Сзади подберитесь. А так? Спереди в себя, живот. Как, или там, или там? Делайте, что вам говорят, все в себя. Все в себя? Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина. Вы же женщина, а не солдафон. Вера, я уже забыла об этом. Пикантнее, пикантнее. И игривая улыбка. Вообще, пусть мужчины думают, что у вас все в порядке, дышите. Юра, Юра, на дачу. Даша. Hello. Общежитие слушает. Кого? Людмилу. Да. Кто? Рудольф, с телевидения, как же, помню. Да нет, нас бабушка шутит, к нам сейчас гости из Риги приехали, она нашу квартиру общежитием стала называть. Нет, сегодня не могу, мы сегодня всей семьей на дачу едем. По какой дороге? По асфальтированной. А я даже не знаю, по какой дороге, да, нас шофер все время туда возит. Ну ладно, Рудик, сейчас не могу говорить, меня папа ждет. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. Поздравляем! 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 Ура! Ты ли, чё ли? Я, Надежда. Как вас по отчеству? Ой, что делается? Людк! А, Людк? Что? Глянь, что делается. Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Девушки, уймите вашу мать! Тихо, тихо, тихо. Зараза! Людк! А, Людк! Дерево! Думаете, все можете себе позволять? Уничтожать, топтать. Вас, да. Бить, да? И будет мало. Хамить! Мы, мра! Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. Вот так. У вас ус отклеился. Спасибо.
Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. Поздравляем! 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 Ура! Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Не виноватая я! Он сам пришел! Дорогая царица, очень рад. Очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... Царь, очень приятно. Очень... Прошу вас. Прошу вас к нашему столику. Белый как медведь. Шурик. Только ничего не надо говорить. Что с вами, а? Я пришел проститься с вами. До свидания, Шурик. Прощайте, Нина. Будьте счастливы. Прощайте, прощайте. Будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же я не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придешь? А че ж не прийти, приду? Она не одна придет, она с кузнецом придет. С каким кузнецом? С дядей моим Степан Степановичем. Он мне за место отца, кузнец наш. А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что, я лошадь, что ли? Я загубил. Ты чего? Молодёжи выкиду! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Поздравляем! 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 Ура! Кино не будет. Электричество кончилось.